Здравствуйте, уважаемые телезрители! И вы вновь на игре «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. И я, и ведущий Кирилл Махров. Мы подготовили очередные 5 вопросов, которых хотим задать очередному нашему участнику. Надеемся, что на все вопросы он ответит абсолютно правильно и выиграет Кубок Видное ТВ. Пойдем зададим? Вперед! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван. Иван, отлично, меня Кирилл зовут. Ну что, Иван, я вам задам 5 вопросов. Вам нужно на эти 5 вопросов, естественно, ответить. И каждый свой ответ вы оцениваете минимум в 1 балл, максимум в 5 баллов, в зависимости от уверенности. Знаете хорошо, ставьте больше. Не уверены где-то, ну там уже ставите меньше, в зависимости от степени уверенности. Ваша задача набрать 20 баллов для того, чтобы получить кубок «Видное ТВ». Итак, открываем вопросы. Первый вопрос. Сказочные герои. Этот сказочный герой утверждает, что он самое симпатичное в мире привидение. Я ставлю 2 балла. И это из русских мультфильмов? Да, советских, я бы так сказал. Советских. Это Карлсон, да? 2 балла? Да, 2 балла. Это действительно Карлсон. Действительно, это так. Вы поговорки знаете? Много? Немного. Ну, вообще такие самые основные знаете? Знаем. Знаете. Хорошо. Итак, русская поговорка. Яблоко от яблони, закончите эту поговорку. Яблоко от яблони. Я ставлю тоже 2 балла. Так. Яблоко от яблони. Яблоко от яблони. Наверное. Вот представьте, да, вот у нас яблоко растет на яблоне. Да. Да. Вот что может? Ну, может быть, это связано с семьей. С семьей. Ну, а давайте скажем так. А может быть, это связано с отделением яблока от яблони? Яблоко от яблони. Я даже вам подскажу, смотрите, следующая часть. Яблоко от яблони недалеко. Закончите. Недалеко. Да яблони нет. Яблоко. Нет, не знаю. Яблоко от яблони, ну, недалеко. Нет, такую поговорку не знаю. Ну что ж, яблоко от яблони недалеко падает. Это говорится о том, что, так обычно мы говорим, ну вот, допустим, какой родитель, такой ребенок, да, яблоко от яблони недалеко падает. Третий вопрос. Из темы времена года. В какое время года в России больше всего официальных государственных праздничных дней? 3 балла. 3. Да, 3. Скорее всего, может, апрель? Апрель, нет, время года. Или зима, или лето, или осень, или весна. Ну, когда у нас больше всего праздников? Больше всего? Наверное, весна. Весна. А почему весна? Мне так кажется, то, что весна. Ну вот смотри, у нас перерыв зимой, точнее весной перерыв у нас. Вот сейчас вот были праздники между 1 и 9 мая. У нас ведь были рабочие дни, правильно? Вы в школу ходили? Я не знаю, я на сборах был. Понятно. Ну вот как ты думаешь? Ну, я думаю, нет. Ну, может быть, какие-то, вот, допустим, вот неделя, наверное, сходили 2 дня и 3... 2 дня сходили и 3 дня не сходили. А на Новый год мы сколько гуляем без остановки? 2 недели, да? Ну, это вы 2 недели гуляете. Мы, конечно, чуть поменьше гуляем, но все равно достаточно. Давайте зима тогда, да. А может, весна? Нет, зима.
зима. А на сколько? На 3 балла. На 3 балла. Действительно, это зима. Зимой больше праздничных дней. Четвертый вопрос. В какой части дома устанавливается фундамент? В части, в центральной. Или нет, сначала, наверное, по бокам. Вот, квадрат. Ну, подожди, вот давай мы с тобой разберем. Вот дом, да? Вот он никуда не вкопан, ничего. Вот есть сверху крыша, и дальше вот мы идем. И где находится фундамент? С какой? Снизу. Фундамент находится снизу. Снизу. Да. То есть под дом фундамент идет. Ну, он же держит структуру дома. Так, а насколько уверен? На 4 балла. Фундамент действительно идет под дом, правильно? Последний, пятый вопрос. Из темы у нас на районе. Ты видом давно живешь? Всю жизнь. Всю жизнь, отлично. Тогда тебе будет легко ответить. Сколько школ находится на школьной улице? Ну, давай подумаем. Ну, школьная улица начинается вот с того розового дома. Ну вот, да, вот с розового дома, с 12-этажки. И вот она идет. Идет она снизу и идет туда до здания милиции. Угу. Вот если ты представляешь, да, эту вот дорогу? Ту? Вот так вот она, да. Ага. А что на ней? Какие школы? Вторая школа. Так. Вторая. Нет, это в зеленых аллеях. Нет, тогда одна вторая школа, старая, старое здание. Так. Ну, еще какие? Ну. Или какая? Вторая. Ну, давай вот мы представим все школы, давай поем. Где находится у нас первая школа? Первая школа? Вот первая школа, вот я не знаю, где находится. Ну как, самая первая школа, где она? Ты в какой школе учишься? Во второй, в зеленых аллеях. А, во второй зеленых аллеях. Ну вот, одну школу ты нашел на школьной улице. Осталось найти остальные или остальную. Ну, так, первая школа. Вторая. Вторая. Потом, где первая школа-то все-таки? Не знаю. Не знаю, где первая школа. Ну, тогда поймем методом исключения. Где третья? Третья вот. Вот там на Советском проезде. Ага. Четвертая, которая теперь уже третья. Четвертая, которая уже третья. Вон там, там же есть старое здание. Да, да, да. И да, и вот да. Там нет. Четвертая школа – это рядышком. То есть они там находятся рядышком. Пятая школа. Пятая школа там. Там. Шестая школа, которая была. Где она находится? Сейчас уже она тоже пятая стала. Шестая. Скорее всего, наверное, вот в той области, да? Там шестая школа подсказа находится в Расторгуево. А, тогда в Расторгуево. Да. Вот осталась седьмая, гимназия, девятая, десятая, одиннадцатая. Седьмая около Дельфина. Так. Восьмая гимназия около седьмой школы. Так. Девятая на Красном Камне. Так. Десятая на Красном Камне. Одиннадцатая тоже на Красном Камне, да? Так какая школа у нас осталась на школьной улице? Вторая и первая тогда, две школы. На сколько уверен? На 5 баллов. На 5 баллов. Общими усилиями мы все-таки пришли к единому мнению, что на школьной улице находятся две школы, первая и вторая. Причем это самые старые школы. И самая старая школа в городе, видно, ты не поверишь, какая. Вторая. А потом первая идет. Но это уже другая история. Спасибо тебе огромное. Извини, 20 баллов ты не набрал. Но в любом случае, благодарю тебя за участие в нашей игре. Смотри нас на Видное ТВ. Счастливо, удачи тебе. Спасибо. Пока. Вам тоже спасибо.